Полный зал, ни одного свободного места. Этот отчетный концерт ждали все – и участницы, и зрители. Началось сказочное действие со знакомства с Алисой. Она путешествовала во времени и сталкивалась с невероятным волшебством. Грация пластика маленьких балерин завораживала с первых секунд. Все выступления были неповторимы. Китайский танец из балета «Щелкунчик» перенес зрителей в Азию. Казалось, что выступают не юные участницы хореографического отделения, а восточные красавицы. Вариация из балета «Копелия» под названием «Кукла» и другие перевоплощения балерин зрители воспринимали с восторгом. Высокий уровень каждого выступления, воздушность и легкость каждого взмаха руки – результат кропотливой и ежедневной работы. Ну, а сегодня нам надо было больше расслабиться и показать всему зрителю, наоборот, что мы наслаждаемся танцами. Ну, то не как нам сложно, а насколько красивый танец. Праздник балета и танца состоялся благодаря преподавателям музыкальной школы. За это им вручили благодарственные письма и цветы. Самый большой букет в тот вечер унесла профессиональная балерина, преподаватель балетного отделения. Я считаю, что учащиеся все справились, и все на хорошем уровне. Благодарным родителям и зрителям остается ждать следующего концерта. А пока впереди много репетиций и гордость за своих детей. Мы с детьми очень гордимся нашим педагогом. Очень бы хотелось, чтобы побольше было, может быть, поддержки, развития такого прекрасного искусства, балета. Отчетный концерт хореографического отделения завершился успехом и шумными овациями. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.